здравствуйте! С вами два пи***. А я натурал. Надеюсь, он не будет запикивать все мои маты. И если он будет, поэтому я буду много материться. Пошел нахуй. Да я тоже буду материться, братан. Чтоб твоя мать сгорела в аду. Вместе с твоим котом. Я тоже буду материться, братан. Только поменьше. Стой, короче. И мы, короче, закупили довольно много продукции каждый день. Чтобы сплагиатить Юлика и Кузьму. Надеюсь, когда он этого х**а заблокирует, пока он уйдет. Я с мужем ходил. Нормально. У нас тут продукция на каждый день. Сейчас мы будем это все пробовать. Тут есть бекон и сыр, блядь. Стой, ты не шаришь. Стойте. Покажи чайок. Я тут сделал вырез. Красиво, не знаю, будет ли его видно. А, видно. Я в любом случае потом все вытяну. Сейчас вскроюсь. Покажи пакетики. Пакет похож на снюс. Я думал, кстати, да. Или ты сделал чай? Вот я сделал чай. Теперь я буду управлять каналом этого. И пока этот делает себе чай, я не себе не люблю. Кстати, чай вы могли заметить каждый день с лимончиком. Также я пока этот, блядь, ты чай сделал. Нет. Буду резать тебе вену. Сейчас я вскроюсь. Довольно много. Ушел. Ты че? Это жопа. Ой. Пойди, давай хотя бы почти не пробуй. Бля. Вообще не напоминает вообще залупа. Пойдь, дай я попробую. Ну, блядь, нормальный. Что случилось? Что случилось? Ты, блядь, что сделал? Я отошел на пару секунд. Блядь, ты чай разбил. Сейчас попробуем рулет. Как тебе? Залупа. А, ты сгущенкой не пробовал нормально. Я сгущенкой. Это сгущенка, но не нормальный. Так, блядь. Кирилл, кто попробуй. Сгущенка особо не чувствуется. Рулет. Ты будешь говорить, если мне не заходим. Кстати, как по камеру, по-моему, упала. Не кажется? Да, она упала. Все это время она не нас снимала, братан, она упала. Видимо, кто-то пошатнул его. Да нет. Рома, я знаю, кто пошатнул. Мы все знаем, кто пошатнул. Это был не я. Это я пизды с коротом. Ну, блядь, надо чай чинить. А, чай? У нас чай же есть. По-моему... Норм. Вот чай. А, рулет? Да. Рулет? Стасэнди. Чай. Ну, рулет за 25 рублей нормально, братан. В чай не чувствуется нихуя. Обычный чай. Блять, нормально нельзя было разлезать. Да пошел. Осторожно, есть, пожалуйста. Давай пойти в бальной шкале, судить будем это. Чай. Нет, чай? Чай, чай, херня. Просто чай, блядь, 5, 4 из 10. Я 4 поставлю. Я 4 поставлю. Ты сколько поставишь? Ой, 3. А рулет? Я рулет за 25 рублей, если судить по цене и по качеству. Маленький. За 25 рублей. Блять, ну 8 из 10, потому что сгущенка не чувствуется. Хорошо, что? Ну, за нормальных рулетов сгущенка прям реально чувствуется, а это... Котёр. Он пятерку ставит. Ну, знаешь, за 25 рублей так можно на сотку накупиться. Рулеты не купить. Я 4 рубля на сотку, а там дорогие, на 2,5 раздели. Все. Да на, все забери. Рулет идет хуй. На тарелку ешь. А, ну, осторожно ешь. Тогда я на... Единственное, у тебя есть Леона, блядь. Это лимона. Так, давай. Мир, ебать, это есть запах. Кстати, да. Все равно 400. Давай. Блядь, чипсы все мокрые, я тебя ненавижу, блядь, Рома. Это чипсы? Кому написали? Да. Ой, блядь. Давай попробуем сухарики или чипсы? Давай чипсы. Давай чипсы. Начнем с ебучков. Готовишь. А сейчас я вам покажу, как употреблять снюс. Берете, закатываете губу и суете. Блядь, подожди. Кстати, знаешь что? Они пахнут как Принглс. Ну, в смысле, понюхай.
А не пахнет как Принглс? Бля, кстати, да. Да, вообще блин. Нет, Принглс, да. Какой-то другой запах. Он не как у Принглс, да? Человек, который какое-то время жрал только Принглс, говорю, что они похожи по нам. Я все время. Я вместо Лейс. Ты похожи, кстати. Мне довольно вкусно. Они выглядят как Принглс. Скорее выглядят так же. Мне кажется, их ебашат на одном заводе просто. Бля, сколько стоит? По-моему, 30 рублей, по-моему, да? Блять, где-то 20. Ну, блядь. Ну, да, мучеки нельзя. Мучеки выкинули, блядь. Блядь, я сам сказал, что надо чек выкинуть. Да. Ну, примерно стоит 10-30 рублей. Короче, я ставлю... Бальзам уже нахуй. Ну, девяточка. Девятка, реально. Да, это охрененно. Не прям вот, не Принглс, который... Да, у него более какой-то абсолютно вкус. Но это уже 9. Ну, то 100 грамм, охрененно. Но они, мне кажется, вреднее. Ну да. Ну, отдаем этому пидору. На, жри. Да, и тебе сухарики. Мне кажется, да. Сухарики будут давно, потому что сейчас никто не имеет сухарики. 11 или 10 рублей стоят. Да сами по себе это сухарики дерьмо, если честно. Ну да. Ты, да, блядь, вроде как... Как три корочки. Вот купил ты нормальные сухарики. Бля, вообще запаха почти нету. Не знаю, ну пахнет, ну, как три корочки. Нет, запах есть, но, по-моему, больше хлеба, чем специи. Залупа. Че, вкуса почти нету. Пошел под пиво, да? Ну, под борщ закидывать. Под пиво даже не подойдет. Сюда можно все поставить. Пошел. Лайк за кота. Лайк за его маму. Любимая мать. На, попробуй. Блин. Ну, вкус есть, когда, кстати, эта тварь кастрированный. Да его яиц нету. Заебал, заебал, мне забанил. Алло, яиц нету, смотрите. Я это вырежу. Яиц нету. Потом, осторожно. Блядь, хуйня какая-то. Да. Конкретно, ты вроде как привкус чувствуешь, но так по вкусу хуйня ебана. Ну вообще, бля, такие сухарики можно в бочке, да, чтобы они юшку все это, себя впитывали. Блядь, чё? Я это ставлю... Это дорогие кирешки, хуйня, если честно. Я ставлю двойку. Есть вкус. Есть, но он вообще не чувствуется. Я ставлю двойку. Как мне кажется, он в основном в привкусе еще. Я ставлю один. Хуй полная. Ты что ставишь? Zero. Да, ноль. Вообще. Да что дорогие кирешки, хуй. Что за хуй? Я, кстати, давно так не ел. Так, давай попробуем, что у нас тут есть. Блять, достань. О-о-о-о! Достань клипсы. Блять, хромой полочки. Что, где нож? А, он. Блять, я про них не забыл. Я тоже. Дай вену порезать. Я тебя выберу. Дай вскроюсь. Честно пахну, да, и йодом. Порапа. Йодом. Бля, говно и воняет. Попробуй йод. Йодом пахнет, видимо. Эх, это звук. Я просто пробовал тоже, мне на каждый день это рыбные палочки за 30 рублей, они мне не понравились. Крабовые. Ой, крабовые, да. Но они же с рыбой все равно делают, скажем. Не, это нормально, можно. Но когда я только укусил, какой-то, блядь, что-то йод такое почувствовал. Какая-то хуйня. Не, ну зы. Те, которые я брал, это все в деревне, я их даже есть не мог. И мне тем ублевать, а эти идем. Нормально, блядь. Я когда их ем, я чувствую какой-то вкус, блядь, как будто ем из мусорки, блядь. Или, блядь, из анала его мамы. Выясняется. Я сам такой, так как это безвкусно. Ну это хотя бы можно есть, братан. Бля, не могу есть, хуй полная. А, ну не. Я ставлю четвертую. Типа я не особо надо ем эту. Я не особо люблю это крабовые палочки, но я поставлю четвертую. Не, я типа жрал более дорогие там за 30 рублей. Вообще, по идее, это, ну, не крабовые палочки. Блять, и 22 стоит. Я понял, но а их имитация. Если бы настоящего краба, они были бы вкуснее, но пиздец дорогие. Я жрал краба настоящего, у меня же дедушка моряк. У него там, ну, типа, не прям много, но у него краба дохуя было. Ну, что-то 5 штук где-то он, помню, провозил. 3 в морозилке, 2 мы сожрали. Еще, помню, рыбу у него дохуя было. Ну, он моряк у меня же, ну, не у меня, а у моей мамы. Короче, краб охуенный.
У него мясо мягенькое довольно. Ну, блядь, короче, я ставлю полный ноль этим крабовым палочкам. Не, я полный опыт. Полный ноль. Не, вкус есть залупанный еще. Я поставил 4, блядь. Если б не было, когда их только как берешь рот, кусаешь, блядь. И, блядь, чувствуешь какую-то залупу, как из мусорки. А теперь посмотрим. Блядь. Еще у нас есть вот такая залупа. Я забыл про что. Да, коллекция. Подожди, кстати, все. Съемка еще идет? Вот такая залупа. 13 минут уже снимаю, подожди. Нормально камера смотрит? Нормально. Есть вот такая залупа, это типа... Подожди, давай надо как видеоблогер. Омичка. Паштет. Омичка. Давай я просто ебальник увел. Паштет. Омичка. Это сладкий сыр. Со вкусом клубники. Ни разу, кстати, не пробовал. Для него мы купили хлебцы за 10 рублей. Хуя. Да, 50 вместе. Ни разу не пробовал ломи. А хотя я у тебя, по-моему, пробовал плавленую. А ты с этим, с грушей. Угу. Мы, кстати, его искали, нашли, но он не продается в продаже. А, его надо раскупить. Да. Это давай. Нихуя. Это я не буду, дай мне это с омичку. Блять, он охуенен. Дай. Сколько он стоит, хочешь? Блять, вообще недорого, рублей 20. Давай ложку принесу долго. Вообще, возможно, не, вроде бы даже 18. Нихуя. Где-то 18 рублей, блядь. Нихуя. Ну, не 30 точно. Ну, хуйня. Не прям, у него, ну, типа, что-то как-то чувствуется не очень. Прямо как-то хуйня, не ты. Пальцы на массе. Ты так говоришь. Рома. Ты еще на камеру покажи. Нормально, но с хлебцами совсем не так. Берете? Да долбоёб. Я это и под губу. Ну да, вот смотри. Блядь. Не, блядь, без хлебцов нормально. Вы тут пальцы промокали. С хлебцами немного не так. Не, мне нравится наоборот с хлебцами. Бля, мне ногу свело, но я дёрнули, что его вот это там. Да, я не буду. Я помню, когда соль под губу кидал. Блядь, да он, мы у тебя дома сидим. Ты как будто это не даешь. Я это выкинул. Ну, если что-то... Блядь, пиздец, ты не жрёт. Не, мне если что-то понравится. Короче, я ставлю... Сыр. Сыру... Восьмерку. Нет. Давай семерку, нет. Давай семерку, да. Блядь. 12 из 10. Блядь. Нет, девятка, типа... Блядь, я ставлю 10. Ну, братан, можно найти лучше. Ты же понимаешь. Вау, как? По мне он охуенен, я ставлю 10. Я на клубнике только хуйню чувствую какое-то, типа, блядь, что-то кислинка такая. Приятная мне. Не, мне нравится, наоборот. Сколько ты ставишь? 9. А, 9. Сейчас мы пробуем джем с клубникой. Клубничный 4 джем. Рубля, блядь. 4 рубля за 20 грамм. Подожди, а ты должен, он, блядь, это желе, нахуй. Блядь, ты не так его открыл. Ну, типа, бля, реально, тут... Блядь, даже не варенье, тупо блядь, желе. Блядь, он слишком сладкий, по-моему. Хотя, ну, типа, все хуйня, когда слишком сладкий. Джем. Не ошибаюсь, это, но он слишком сладкий. Так не, кажется. По-моему, нормально. Так ты без хлебца ёбни пальцем. Я не долбоёб. Ну, ёбни без хлебца. Да скрипта. Нормально. Ну, в принципе, да, слишком сладкий. Бля, ну, не... Хотя, в принципе, вкус нормальный. Не чувствуется какой-то залупы, блядь. Надеюсь, сегодня без подливки просрусь. Не, я джему ставлю семерку тоже. Мне кажется, мне будет дикий понос. Я джему ставлю тоже семерку. Чай, на каждый день. Чипсами заедают все. Бля, чипсы только же деньги. Я думаю, дерьмо будет, типа. Блядь, я ставлю 9 из 10. Джему? Да, я ставлю 9, совершенно сладкий. Единственное хуёво, что, блядь, я... Не, бля, он реально что-то клубничное напоминает, не варенье, а варенье другое. Бля, хотя нет, даже 10 из 10. Повидло. Бля, вот да, повидло. Бля, 10 из 10, не нашел минус. Ладно, тогда я, наверное, 9 тоже поставлю, а хули тут. По мне слишком сладко просто. Бля, так, теперь давайте паштет. Пробуем паштет. 18 рублей вот либо. И мне вроде бы 21, 18. Я открикнул, а похуй. Ебать, надо было все-таки брать... Чек. Нет. Надо было брать... Кукурузу. Бабушка, да пизда. Блядь, ты долбоёб. У меня не открывается.
Ядрич. Извините, Ядрич. Вась, надо запах ценить. Давай запах. Ай, яйца. Понюхай. Дай понюхать. Блять, ну запах напоминает, блять, паштет из печени. Кошачий корм. Ну, кошачий это вискас какой-нибудь. Как мне кажется. Блять, паштет из печени. Мясо помню. Бля, реально паштет из говяжьей печени. Блять, походу нормальный паштет. Он типа мясо будто напоминает. Ну или бабушка. Хотим сами за 10 рублей заебись. Я чистый пашу. Но, нормально. Однозначно 10 из 10, потому что я сегодня уже жрал говяжий паштет. Нормальный. А подожди, печенка? Печень? Да, и печень. Я печень, печень не особо люблю, но... Бля, ненавижу. Я тоже. Но вот после вкуса у нее печень только, и все. А так? О, блядь. Она какая-то слишком жидкая. Бля, ну какой-то понос, блядь, напоминает. Я паштет вообще не ем. 8 из 10, потому что напоминает понос и слишком жидкая, а так вкус нормальный. Я 7 ставлю. 6. Она, как мне кажется, она очень жирная. Мне кажется, если немного подождать, то тут нахуй жир будет. Как шалуму есть. Блядь. Просто я хуйня в том, что он нормальный паштет, он немного твердый. Не, долбоёб, блядь, тут будет жир, хотя не знаю. Блядь, охуенный сыр. Блядь, я хотел за стакан у пальцев махнул в чай. Так, ладно, давай сейчас уберем, что мы пробовали вот, почти, вот эту. Блядь. Молоко надо попробовать. Мы сейчас это хлопья будем кушать. Бля. Что это хлопья? Подожди. А, доширак. Ну, поставь. О, палочки. Да, у нас еще палочки. А, точно, палочки забыли. Палочки, по-моему, 40 рублей, 30. Не, бля, 30. 28. Мне кажется, палочки сладкие, они будут хуйня, херня. Потому что мало кто умеет, и это они не пахнут. Блять, почему? Сыр был охуенный. Пахнут. Не, ну я одну взял, не пахнет. Кстати, запах есть. Нормальный палочек. Ну, кстати, на вкус они не прям сладкие, но на семерку тянет. Оба фрейнс изы. А, нет, подожди, Кирвик Элгерзис Ашега, Арнольдин Зайбергерсен. Ну нормально, под пивас сойдет. Под пивас еще. Блин, каждый день. Каждый день. Нефтук с пивом. Да, заебись. Не знаю. Ставлю 8 из 10. Нет, даже 6. 7 из 10. Бля, маленькие, во-первых. Во-вторых, блять. Вкус какой-то, бля, ну такой слабоватый. Вкус напоминает, но не такой. Блять, изо рта выпало. Не, я не занесла это, по-моему. Не, есть немного. Ну, не, нормально, они типа... Они мне казинак напоминают. Мы, кстати, думали казинаки взять. Эти кукурузные пачки не казинак напоминают вообще. Ложку взял тогда. Так тебе одна в рот только залезла и все. А, нет, кукурузные пачки, они казинак напоминают. Ну, типа... Зон твер. Ага, охуеть. У меня дома, типа, бабушка спросила нам казинак. И вот, я, типа, знаю его вкус. Поставь на паузу, поставь на паузу. Да я это вырежу. Ну, раз он вырезает, то я могу с ним... Я вам не могу показать, что сейчас происходило, а то меня забанят. Я это выложу в группу ВК. Ты не против? Шутал. Ладно, тогда не выложу. Вы это не увидите. Да ты это лицо закрывай. Да хватикова дверка, вы ничего не видели. А в основном не закрывает, типа закрывает. Ой, ебать, тут мусорка валяет. Бля, я вспомнил интервью, там когда девушку спрашивали, да? Стой. Там что-то расследовали, там девушку спрашивают, да, там ее лицо забыли. Будешь ли ты картофельное тоже надо кипятком? Я хочу сказать, типа... Короче, сейчас будем мы готовить. Ну да, он, его не так, блядь, едят, смотрите. Да не надо, не делай, не надо. Сейчас это... Все, все, успокойся, успокойся. Все, 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 все. Дай, все. Дай. Ромочка, успокойся. Все. Хватит, все. Да ты долбоёб, я за тобой буду потом это всё убирать, ты говно! Бля, не надо было Рому звать.
Сейчас, дорожку сделаю. На мало пошло. Если бы я еще дошел, то бы нет. Иначе бам. Короче, Рома ёбнутый. Сейчас. Смотрите, что я делал. Да, Ром, не видно это не видно. Стой, не трогай камеру, пожалуйста, не трогай. Нифига тут клад. Короче, сейчас мы будем заваривать. Ой, дай дошираб. А? Дай дошираб. Сейчас мы будем заваривать. Идет запись? Угу. Отойди, сядь, братан, сядь. Ну, пожалуйста, сядь. Ром, у меня голова болит, сядь. Сядь, может, совет видео. Короче, сейчас будем готовить лапшу быстрого приготовления со вкусом бекона и сыра. И что у нас в комплекте? Давайте посмотрим, что в комплектации. Сухие овощи. Что ты делаешь? Не верь тебе. Не то, что ли у меня застрял. А? Так, вот это... Что это такое, блядь? Это специи. Я понял, что это специи. Ты берёшь? Да стой, Ром, надо. Ром, успокойся. Бля, по-моему, это ещё в пятёрочных дошках такая хуйня была. Да, знаю. Вот. Нифига, как в этом... В нормальных дошиках. Да. Короче, и туда же упаковали саму лапшу. Бля, жаль, что тараканы иногда бывают. Бля, ты заебал. Хочу найти таракана. Короче, сейчас будем мы заваривать. Ух, бля. В это время, пока будем завариваться, мы сделаем обзор на молоко и на... На пиво. Нет, ничего не делай, Рома, пожалуйста. Я пойду за тарелкой. Найди глубокую тарелку, только ничего не разбей. Разобьешь, тебя разобью. Короче, сейчас все будем засыпать. Что, ты разбил, что ли, мне казалось? Тарелка. Короче, все засыпай, все спецы засыпают. А вот ты что, ты одна глубокая тарелка? С одной будем есть. What? С одной будем есть. Я же ей могу. Ба-ха! Бля, Лео, ну ты долбоёб! Бля, ты да вот мы чуть-чуть есть будем? Ха-ха, ты что думал? Бля, Тёжа, как ты придумал? Бля, чё это творю? Блядь, потом я себя буду подметать. Блядь, чё? Вылежишь? Что? Как ты танцуешь? Я забыл, как коллекция далека была. Да, всем похуй. Да, помню. О, блядь. Пока он готовит эту залупу, мы берем и скрываем вену. Не надо, ничего не делай, Ром, пожалуйста, не надо. Да сейчас я открою молоко. Смотрите, это подмышка. Сейчас я покажу, как быть подмышкой. Ножницы есть ножницы. Да попуй. Сейчас, да ты долбоёб, не надо, Ром. Да в смысле, её можно... Пиздец, она занес стол. Ебануться. Надо будет пропылесосить. У меня нет пылесоса, у меня есть мин. Я буду всё подметать. О, нихуя! Вторая неделя началась. Выключи звук. Бля, еще виду перережу. На, все. Осторожно, бля, заливай. Кто, ты пил чай? Нет, кто? Берем. Тебя не слышно. Стой. Да пошел нахуй, так тихо было, класс, бля. Че? Все. О, да осторожно ты. А знаете, какой на вкус? Сейчас берем и засасываем молоко. Налей мне, пожалуйста. Чай? Да. Слушай, я знаю... Сейчас я вам покажу, как сосаться с молоком. Берем и засасываем его. Да налейте мне. Мне кажется, сейчас на стол пролежу. Сперма. Вообще, я знаю, как на вкус молоко... Блин, сейчас... Сейчас капнет на пол, ебал. Оно неправильно полилось, в смысле? Уксус кап на пельмень, получилось заебись, блядь, заебал. Лох! Блядь, ты на меня капнул. Ты сам себе капнул, что на меня было?
Блин, жаль, что Олочка нет шерсти, я бы в него вытерся. Я тебя еще вытер. А у тебя есть тряпка? Ты тряпка, она за меня. Вот, да. Ты, блядь, это задел нахуй, я тебя ненавижу, Рома. А что это задел? Твою мать. Сейчас большое молоко разлил. Моя мать дома. Че пиздишь? А ты ее оскорбляешь, тварь, я твою не оскорблял. Да не вытирай, а пол, ты дебил малолетний. Мы этим руки вытираем, а ты это полы моешь. А че, нельзя? Нет! Да, блядь, налей нормально молока. Налей ты! Вот. Шестиликомовский сон. Все. Хватит. Остановись. Как-то раз я решил отлить. Да, но я долго терпел. Вот что случилось в итоге. Все. Все. Да все разбрызгивается. Все разбрызгивается. Все. Молоко заебись на вкус. Я попробую. Ты не будешь пробовать. Подай это. Да. Да я молоко когда уже сахал, я его что-то пробовал. Ну ты молодец. Ну молоко не знаю, я не понял вкуса. А, молоко 10 из 10, потому что я его каждый день пью. Бля, ты дал? Да, моя мама все время покупает. Да, каждый день. Ну да, мам, каждый день пью. На каждый день пью. На вкус? Козлупа. Откуда знаешь, когда вкус? Немного похоже на Несквик, но не Несквик. Отойди. 8 из 10, потому что шоколад. Да вообще, ну. Быстро обходит вкус. Быстро очень. Да. Заебись. Блять. Я по утрам себе брал такой. Блять, надо что-то закрыть. Похоже на Несси. Но здесь он какой-то более горьковатый вкус, чем Несси. Да, это, наверное, из-за какао. Херово. Потому... Не, типа я в какой-то момент въебывал каждый день Несси, потому что его нахуй жрал, ну, мама приносила нахуй Несси, почему бы нет, въебывал тоже. Космосарс лучше. Я не люблю космосарс. Мне кажется, Несси лучше. Космосарс он с медом, и он, по-моему, вкуснее, чем Несквик. В Несквик я почему-то типа пшеницу чувствую ебучую, шоколада, ну минимум. Мне наоборот, космосарс с медом не нравится. Я это на море был, мне не понравилось что-то. Не, мне вообще это и то нравится, но мне кажется, лично для меня лучше Несквик. Для меня космосарс. Для меня лучше каждый день. Для тебя лучше залупа в рот. Не только. Нет, это... Но бабушку не помню. Да лучше не надо. Ну ладно. Тебя накормим. Садики. Не надо. Все разольешь. Но самое охуенное блюдо это бабушкин паштет. Ты его даже не попробовал. Из бабушки. Нет. Бабушкин. Из бабушки. Знаешь, что я заметил? Что? Доширак не положили вилочку. Пидорасы. Блядь. Все. Бля, руками ты съешь. У меня шарик изо рта вытек и должен смеяться на пол. Не знаю. Такой, говорит, бабушкин паштет, хочу сказать, из бабушки. У тебя вылетает шарик, ты на него наступил и чуть-чуть размазал. Как во мне, Жайзи? Ты чуть-чуть не разнёс. Кстати, Дэби, мы не сказали оценку. 9 из 10. Было бы 10, если вкус чувствовался долго. 7. Да. Молодец, только не дам тебе сказать. Говори. Пошло. Я ставлю 7. А я ставлю 9 из 10. Бля, что хочешь? Не буду обосновывать, почему, мне не особо зашло. Что, пацаны, просто это тест? Ну, хочу это двач. Мне не особо зашло, да мне и сам Несквик не особо нравится. Он хуйня, он рассмотрел слушай. Так что, я 7 ставлю. Ты сколько ставишь? Я? Не знаю.
обновили программу. Дай чек это. Я лучше на стол поставил, тут еще на год туда наступишь. Бля, как ты угадал. Ну, короче, мы переходим. Доша, готов? Да, он еще не готов. Блядь. И что делать в это время? Ну, по идее, ты это вылежешь. Значит, можно снимать трусы! Ну, я не знаю, ну, вроде... Ну, можно сказать, я не знаю, готов, не готов, посмотри. Мне кажется, ну, готов. Вроде да. Нож принеси. Вилка. Две вилки. Вилку и ложку. Зачем? Две. Пюрешка. Пюрешка? Кто даже жрет ложкой, ты? Он пюрешку будет жрать. Пюрешку надо. А ее вилкой можно. Да мне насать. Дай вилку! Да ты сука! Кстати, пюрешка, ну, не полностью сделалась, вот. Ох, там слилось. В какой руке? Дай вилку уже. Какой руке? Левый. Я, короче, попробую пюре, я люблю больше пюрешку. А, ты со мной. Блядь. Мне кажется, она будет хуево. Братан, по-моему, обычная пюрешка самая. Да, так же с чипсами было. Че, серьезно, фигня? Ну, дай-ка. Он в туалет пошел. Блядь, батьку не. Я красив, Казахстан! Ебать, как это жижа ебаная. Казахстан, блядь, писать захотел. Бля, не, это знаешь, чистая пюрешка, которую просто перемололи. Да, братан, это обычная пюрешка, которую просто перемололи, а она нихуя не доделалась. Там еще... Размешай тогда ее. Да не, блядь, она доделалась. Вот эта хуйня вот, высохла сладкая, такая солененькая. Да. Ну это в дошке, здесь она, по-моему... Братан, а не настолько херня? Это просто, знаешь, как... Ты попробовал ее? Да. Понравилось? Не, ну это знаешь, как обычно картошка, вот бабушка делает, просто перемолола ее в миксере и все это. Не такая... знаю, блять, моя бабушка иногда тоже миксером делает, но у нее нормально получается. Не знаю, обычно так. Не, обычно я делаю картошку... Обычно лапша без специй. Блять, полная залупа это, блять, пюре, блять, что это? 14 рублей стоит. А что ты хотел? Не, я вот сейчас перемешал, это уже сухое есть. Попробую сухим. Ага. У меня вкус не изменился. На вкус как залупа. Перейдем к дошику. Я ставлю полный минус... Минус 10 ставлю этой ебучей пюрешке. Я один поставлю. Ну, это, по-моему, обычная лапша без специй. В дошике специи почти не чувствуется, блядь. А... 4 из 10. Может, тут шейк рассыпал? А? Блядь, там... Наполовину. Блядь, ну, хотя... Они хотя бы чувствовались, блядь, бы. Ну тут вообще полная хуйта. Наверное, если даже не рассыпал на диван, блядь, даже залупа была бы, блядь. Ну я ставлю, блядь, 4 из 10, блядь, за то, что досок вообще можно есть, в отличие от пирожки. Что ты, блядь, делаешь? Я пытаюсь все это вот... В этих зубьях можно снимать... Ебать. Шок, раскрыли декорации для второй части Джуманджи. Охуеть. Приемник Путина, да? Приемный сын. Зачем ты мне... А, это... Путин молодец. Мы уважаем Путина. Да, хоть меня и не видно. А теперь меня... Дайте, блядь, вилку. Ты мне вилку сейчас. Не ты ёбнутый. Не вешай мне лапшу на уши. Бля, ты еблан, что ли? Ром, ты реально еблан какой-то. Смешной серый. Дай попробуй. Дайте мне тоже попробовать. Ой, ты мне вилку не принес. Да зачем ты третий? Мири. Спасибо. Давайте потом пожарим мозг с нормальным бичом. Ты хочешь бич? Mm-hmm. А еще один есть. Нормально здесь? Нет. Дай. Тоже откажи тебе. У меня тут все на каждый день, братан. Дай попробуй, съебись. Кстати, это с ветчиной и... И сыром. С ветчиной и сыром. Сыра никакой не чувствуется. Да и ветчины как-то не очень. Я тебе говорю, я все рассыпал. Блять, ну хуйта полная. Не, наверное, потому что я рассыпал. Поэтому. Где лимонад? Кстати, мы дешев не попробовали. Бля, кажется, не попробовали. Где он? Я его не допил. По-моему, он в зале сидит. Ой, я лежу.
Видишь, ставлю... Нет, я ставлю не 4 из 10, я ставлю 6 из 10. Я его тоже. Можно есть. Даже да, хочешь. Типа... Даже хочется. Типа я не особо люблю бичи, но это я более-менее могу есть. Наверное, потому что без специй. Можно сказать, грубо говоря, он без специй, тут около овощи. Потому что я специи каким-то образом даже сыпал. Прихожий. А, прихожий? Блядь. Так сказал бы прихожий. А что я сказал? В зале вообще надо. Да, доска в зале сидит. Так я это ждал. Тоже можно сказать. Сейчас буду все подметать. Душа заебись, сразу ставлю 8 из 10. Мы его просто за кадром пробовали. Вот, самый обычный дюшес 20 рублей, ой, 28 рублей. Это что это было? Блядь, да. 18 рублей, это чё? За 18 рублей? Охуенно, мы там, по-моему, за 19 покупали. Это крем и сода. Мы за 19 крем и сода? Ну как по мне нормально, я же первый выпил, мне понравилось. Помнишь, за 19 мы в это... воды покупали в магните? Полтора литра за 18 еще есть. Не просто... Я? Не, ну пить охуенно, потом можем пожрать. А, короче, дюшес тут, ой, лимонаду ставлю, к соде ставлю 8. Он типа нормально, дай полку, десятку ставлю. Лучше все, что я пробую, я вообще не пью, почти гардеробу стараюсь не пить все. Но у меня заебись, потому что я ничего не пил. Вот ты, что скажешь? Блять. Ну, я ставлю 8 и 10, потому что какая-то все-таки глупо чувствуется во рту. Дай попробую все. Это потому что сода. Боже, блядь, да я, сука, равно вот у нее, блядь, она слабо газированная. Да, здесь не в газировке, горько после вкуса, по-моему. Да. Это еще слабо газированная. Что всей хуйне. Мы все сказали, давай теперь выберем, вот кому что больше всего понравилось. Блять, мы еще не все съели, да? Это все. Блять, ты дождик забыл. Второй, вон еще. Этот даун забыл еще один дождик, на тебе! Больно. Ты кое-что дождь с курицы попал? Ты бы там вес отправил? Да это я в одну еще давно отправил. Не, вчера отправил. Ты баканул? Вот сам, вот это самолет, похуй, что это подводная лодка. А это Паши близнецы. Нет башни близнецов. Не знаю. Ну, если жрать это перед смертью, значит, ты не будешь поносить, потому что уже умрешь. Что можно? Бля. Скрип мне показалось, что больной умер от еды от каждого дня. Нет, вскрытие показало, что больной умер от вскрытия. Блин. Дайте этот... Хочешь Тимону привет передать? Нет. Тимон ЧСП. Уксус кап, пельмени кап! Уксус кап, пельмени кап. Получилось, да? Уксус кап, пельмени кап! Получилось, зашибись! Вообще это соседи слышат. Уксус кап на пельмени. Получилось, зашибись! Уксус кап на пельмени. Получилось, зашибись. Кстати, эта песня в ВКонтакте есть. Ты баканул! Чё, охуел? Там я был слышно? Ты его использовал. Ну ладно. Короче, дошиком ставим 0. Он хуйня, он безвкусный, я все специи высыпал, он все равно безвкусный. Только у этого долбоеба отключилась елка. Только у этого... Блядь, тебе вообще видно? Да, тебе видно. Да я могу на камеру еще посрать. Полностью. Вот эта часть ванны не видно. Блядь. Только у этого долбоеба отключилась елка. Да. Пока мы жрали дошик, так что мы идем нахуй. И нам заново надо говорить, что хорошо, что плохо. Короче, мы уже все решили. Первое место у нас хлебцы с омочкой, потому что они вкусные, они охуительные. Второе хлебцы место... универсальные, поэтому они тоже на первом. Да. А, второе это у нас чипсы с сыром, как прикус практически, ну, они дешевые только. Третье место это у нас рулет. Ну, просто тут единственное,
Ну да, рулет, тут больше ничего ставить. Тут молоко надо ставить, но... Чипсы. Это... Кирилл все сожрал. Кукурузной палочкой, ставь мне. Да, пиздец сожрет. Короче, вывод такой. Все, он начнет украсть, у него из носа полезет, но мне было такое. Блять. У меня тоже. Пацаны. Я жру ротом, а вчера у меня так через нос улетает. Выгнаешь. Она и до конца вытянула, что из носа вылазила, типа. Не приносит тебе тебе. Короче, пацаны, в каждый день можно ходить кушать? Ну, на каждый день. Да. Можно покупать тебе продукты. Ага. Всю? Не прям всю. Ну, сухарики полная хуйня. Это прикол в том, что самое вкусное, это не особо полезное. Да. Блин, там полезного нету. Братан, простите, сейчас молоко тоже не полезно. Ну что, натурально, даже вода не полезна. Только хуйню добавляют. Ну, бля, молоко пиздатое. Ну, молоко везде не надо. Нет. Прокисшее, блядь, бывает, все. Кстати, мы тут молоко брали и посмотрели с работой. Да похуй. Короче, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. 21-го выгну. До 21.07. Заебись. А, ну 7-й. Я уже думал, 21-го. 17-го года! Это уж... А, нет, это уже не смешно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии свое мнение, делитесь с друзьями. Подписывайтесь... Блин, заебись от души. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте Кинза, твой инстаграм оставь. Кинза? Нахуй. У меня есть группа ВКонтакте Кинза, ты лайкаешь там посты. Да, а это что тебе дорого? Ну, я знаю, что твоя группа теперь твоя основная. Да. Как вы это можете? Я сейчас его создам. Я ролик на Киру создам, и все будет. Вот код, если ты сможешь создать. Я смогу создать. Ну, короче, да, будут кучки, да. А, твой инстаграм оставить? Да, я не пользуюсь. А, ты пользуешься. А я захожу только чекать Братишкина. Да, я чекаю Братишкина. Куплинова, пиздец, у него охуенный инстаграм. Всем похуй. Сейчас вам покажу его инстаграм. Это, блядь, он самый охуенный инстаграм в мире. Всем похуй. Мне папа охуенный. Что? Блин, папа охуенный, у него там сториз какой-то снимая. Мы снимали, у него собака обосралась. У него в прямом смысле, у него сториз был, где у него собака насрала на пол, он снимает такой. Ой, шит. У него еще была фотка, где его девушка без лифана засветилась. Короче, оставить вашу фотку. Вот, смотрите, лучший инстаграм в мире. Да, но сторис не сохранилось, где у него собака. Гниды хебаны. Его ВК оставлю, Кирилла вот этого хера, который на заднем фоне пиздел на нас. Я люблю его. Спасибо за просмотр. Пока. Надеюсь, этот видос не выйдет. Если я не заебусь его монтировать, то идет 50 минут в час.